Привет, зритель. Заказала я тут себе на Wildberries на днях мицеллярную воду от российско-французской фирмы Шелк Косметик. Она у нас сроком аж до 06.25 года. Мицеллярная вода увлажняющая до сухой кожи лица. У меня моя сыворотка заканчивается. Возможно, у меня есть какие-то мицеллярные воды, которые кто-то из вас мне дарил. Но я про это подумала уже после того, как заказала. Заказала что-то около 400 рублей. Артикул я оставлю в инфобоксе, в закрепленном комменте. Она у меня будет потом на уход августа. Я, короче, как бы читала отзывы про восторженные отзывы на эту косметику в одной группе. А тут что-то как бы забила в поисках мицеллярки. Что-то мне давно вообще приспичило мицеллярку. Но приспичило совсем так конкретно, только вот буквально на днях. В начале этой недели. Ну и я забила в поиск мицеллярку для сухой кожи лица. Она, потому что, по сути, у меня по большей части хоть и смешанная, но больше к сухой. И у меня, помимо прочего, вышло вот как раз знакомое название фирмы. Думаю, ну, отзывы вроде... Там мало отзывов было, но они вроде как неплохие. Там было для жирной кожи мицеллярка. Тоже как бы смешанного натива, но больше как для жирной. И для сухой. Но у меня все-таки более сухая кожа. Жирная она крайне редко бывает. Раньше, может, чаще была жирная, но все равно щеки-то сухие. Вот что у нас тут. Мицеллярная вода. Да нормальной. Нормал тут. Да, в общем, тут, короче говоря, да нормальной, видимо. Да, для нормальной сухой кожи лица. Вот что. Мицеллярная вода для сухой нормальной кожи лица и контура глаз. Я читала, что кому-то оно там щипало глазки, а кому-то нет. Ну, ты знаешь, что я глазки не мажу. Я крайне редко, очень давно когда-то пользовалась тенями для глаз. Большая часть... Чаще я этими тенями для глаз рисовала. Но на мне сейчас Кика Милана, блеск для губ, подарок от подписчицы. Он стойкий, но липкий. Я на него делала отзыв на Алик. Можете глянуть. Мне за ваш просмотр 5 копеек капнет. И вам хорошо, и мне нормально. Я днем поехала на велике кататься. Кстати, велик стоит сзади камеры, но его не видно. И у меня волосы то и дело от ветра. Этот блеск для губ фигачились. И он по всему лицу растекался вместе с волосами. И вот... Мне кажется, у меня очень давно была какая-то мицеллярка. Действие нежная мицеллярная вода с тонким ароматом идеально очищает лицо и область вокруг глаз от декоративной косметики и загрязнений. Моментально устраняет чувство стянутости и раздражения после ее применения. Кожа становится хорошо увлажненной, эластичной и бархатистой. Разглаживаются мелкие поверхностные морщинки. Вот и узнаем. А то бывает, я не высплюсь, и у меня вот здесь морщинки в глаз. А высплюсь, и они куда-то делись. Аккуратно очистить кожу лица и область вокруг глаз при помощи ватного диска. Состав вода, кто-то там, срок годности 2 года. Индекс натуральности 99%. Сделано на марте этого года. После вскрытия живет 12 месяцев. ООО Технолабке. Изготовлено город Королев. Внезапно. Шелк Косметик. Я вообще даже это читала, там отзывы всякие в инете смотрела, думаю, как хоть правильно оно произносится. Все-таки реально Шелк Косметик. Сейчас, кстати, попробуем ее. Реально приятный такой аромат. Почему-то пахнет яблоком. Таким вот зеленым яблоком. Он бывает такой яблочный сок из зеленого яблока. Сейчас прервусь, попробую ее при вас смыть. Ну, в смысле, смыть вот этот бальзам свой, блеск точнее. И вот я снова тут. Взяла себе планшет на колени, чтобы увидеть, как я выгляжу. У меня тут 2 ватных диска. Как бы я хотела мицеллярку еще чисто потому, что, ну, вместо тоника может лицо так протирать иногда. Но надо порыться в своих закромах родины. Может, у меня еще какая мицеллярка есть. Суть в том, что этот блеск от Кика Милана, он сложно удаляемый. Я пенкой для умывания его стирала, молочком не с одного применения он мне помогал, от Багдрав, которое молочко. А тут все.
Заодно применение. Некий такой странный эффект на губах. Вот у меня легкий дискомфорт иногда бывает от слива косметических от Green Mama. И крайне редко бывает от бакздравовского пробиодерм молочка для снятия макияжа. Тут такое, как словно легкое пощипывание. Другой немножко дискомфорт. В смысле, не то, что дискомфорт. Такое легкое пощипывание и покалывание почему-то. Может, лицо заодно протереть? А то я тут была на улице. Вот, наливала я ее тут. Мне всегда казалось, что мицеллярка это как тоник, только еще и, ну, как тоник, а молочко только по консистенции как тоник. Ну или как гидрофильное масло, которое я когда-то сама парила. У меня еще есть какое-то гидрофильное масло, которое кто-то из вас, дорогие подписчики, дарил. Вот на лице прикольное ощущение, ну, как бы кожа не стянутая, вообще никакого дискомфорта нету. Покалывания отличий от губ нету, но на губах оно практически уже проходит, это покалывание. Но у меня будет потом в уходе. Я как раз следующий ролик вот про уход и запишу. Ну, я что хочу, наверное, попрощаться с тобой, зритель. Если ты пользовался чем-нибудь от Shell Cosmetic, поделись со мной в комментах. Тут, кстати, 250 мл, надолго хватит вообще. Интересная такая, кстати, она. Как-то мутненькая такая. Мне казалось, даже она будет такая слегка маслянистая. Короче, а если пользовался вот этой штучкой, тоже поделись в комментах. Ну и может ты вообще что-то знаешь про Shell Cosmetic. Я в интернете нашла только, что она французско-русская. Вот. Для наружного применения от 5 до 25 градусов хранить можно. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. Ну и всем пока!